Представители парламента и правительства, за исключением Башкана Гагаузии Ирины Влах, бойкотировали заседание Высшего совета безопасности. На него не пришли спикер Андриан Канду, премьер-министр Павел Филипп, министр обороны Евгений Стурза и глава Министерства внутренних дел Александр Жездан. Несмотря на это, заседание совета состоялось, поскольку президент ранее расширил его состав, тем самым ликвидировав проблему нехватки кворума. В повестку дня были включены несколько тем, в том числе публикация второго отчета КРОЛ, проект стратегии национальной безопасности, а также подписание местными властями населенных пунктов символических деклараций об объединении с Румынией. Президент также рассказал, что Совет Безопасности встревожен возможными попытками дестабилизации ситуации в стране, которые могут иметь место с 24 по 27 марта, и просит компетентные органы отреагировать. Полную версию заявления главы молдавского государства смотрите сразу после выпуска новостей.